Первая и такая долгожданная гроза прошла в Ижевске в ночь на 3 июня. Неоднократно небо освещали разряды молний, а тишину нарушали раскаты грома. Кадры, выложенные пользователями, вызывают не только восторг, но и чувство страха. Однако для жителей СНТ Майски-Завьяловского района гроза обернулась трагедией. Сообщение о пожаре поступило 23 часа 37 минут, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии. Огнем был уничтожен садовый дом и пристрой, а также повреждена внутренняя отделка бани и сарая. Предварительная причина возникновения пожара – удар молнии в кровлю садового дома. По информации пресс-службы Удмуртэнерго, работников компании перевели в режим повышенной готовности. На данный момент сформировано 156 бригад и к работе подготовлено 267 единиц техники. При обнаружении оборванных линий электропередач жителей Удмуртии просят не подходить к ним, а сразу же звонить по номеру телефона Удмуртэнерго.